эта изба, окна все замерзлись, зима. Ой, да что ты плачешь? Папу сейчас привезу. Как? Привезу вот папу, как? Плачет, она на печке стоит, на приступочке, а я на печке. Она меня обстегнула всю и галстуком завязала меня, это я помню. Какой папа, сама думала. Ой, везут его двое солдат, а мне видно, вон в боковое окно, везут его. У него это за плечами рюкзачок зелененький, запомнила я все. Вижу, какой папа, чинель. Ой, Господи, я за трубу зарезал, сижу. Тонюшка, это я. Я, папа. Чего вы? Меня и жду, а сама боюсь. Угу. Вот колбаски привез, ведь напоёк дали в госпиталь. Хлебца беленького, кошка около меня прыгает. Солдаты ночевали, конечно, у нас не сразу. Ой, открываться дверь, вот не поверьте. Полна комната этих женщин. Все плачут. Максим, ты не видал моего, а? Ты моего не видал. Я так запомнила. Ой, как мне это горько слышать. Это вообще невозможно, прям невозможно. Да нет, женщин, я не видал. Я такого не видал. Вот так вот. А. И потом, значит, этот холод, этот Днепр дал ему знать. И он получил такое заболевание, переохлаждение, полиартрит, все. И 12 лет по первой группе лежал, и все. Вот его жизнь, война вот эта.